Так, ручки можно так. Левую также. Это вручную поднятие ремня. Так, сейчас он максимально выдвинут, штанга. Гусак максимально выдвинут. Вот. Пробуем пульт управления. Так, верхние кнопки на раздвижение. Вот раздвигается. И также обратно сдвигается. И также две скорости. Маленькие стрелки, медленная скорость. Крупные стрелки, скорость больше. На выдвижение самого гусака. Вот он опускается. Это одна скорость. Если на большую кнопочку, он побыстрее опускается. Также на поднятие. Одна скорость. И более быстрее вторая скорость. Вот, в общем-то, агрегат в хорошем состоянии.